Всем привет! Начинаю наше утро. Обычно детей показываю. Теперь не буду детей показывать, потому что у нас все-таки есть планы на наш канал. Хоть какие-то, но планы. А если дети в кадре, то, я так понимаю, теперь детский контент будет. Хотя я не думаю, что мои видео предназначены для детей. С чего это они должны смотреть мои ролики? У нас вполне серьезные разговоры. В общем, у всех, наверное, выжидательная позиция. Жестко пройдутся по тем, у кого действительно видеоролики для детей, познавательные, развлекательные. Очень много там функций отключат. Такие, как вот колокольчик, чтобы видео приходило первыми, его отключат. Конечные заставки отключат. И рекламу частично тоже отключат, оставят такую общую, как бы. Потому что дети не платежеспособные, что ли. Не знаю. И говорить не буду, и врать не буду. Но я вот размышляю по другому принципу. Детские странички, еще какие-то. Вообще у нас в России даже телефон ребенок купить сам не может. Ему покупают родители. Совершеннолетний может купить у нас телефон, потому что необходимо паспорт при покупке телефона. Соответственно, завести страницу где-то на любой соцсети, да и на том же Ютубе, можно только при наличии телефона. Без телефона ты это и электронной почты. Вот. И если родители завели своему ребенку телефон, да, электронную почту, это еще не означает, что это все у ребенка. В общем, я не знаю, как они это все. Разные страны, разные законы. Ой, все сложно. Очень сложно. Но сам факт того, что если YouTube оштрафовали, то теперь они эти деньги заберут с нас. Это всегда так было. Как кого-то штрафуют, значит, они с тех, у кого можно забрать деньги, берут. Ну, так, товарищи, как-то, может, будем выкарабкиваться, я не знаю. А если нет, то и фиг с ним. Не было этого Ютуба, да и нафига он нужен тогда будет. Так, в чем у нас? У нас новости. У нас Лера на чемодане сидит. Лер, ты у меня куда? Березовую рощу. Так, они с классом, но не целиком класс едет. Несколько человек не едут. Мы вот с Лерой, конечно, возмущены такой ситуацией, что не все едут, потому что это обидно, и это дружбы между ребятами не добавит. Скажем так, почему-то выделили на класс всего 18 путевок. Сколько у вас в классе человек? 25 или 26. Ну, в общем, вот так. Не хватило на всех путевок. И решили, что те, у кого оценочки не очень, они не поедут. Я не знаю. Мне вот эта ситуация неприятная. Понятно, что Лера у нас поедет, она учится хорошо, но с других ребят очень обидно. Избирательно так подошли к этому отдыху. Сделали это как наградой, что ли. Ну, я понимаю, награда куда-то вот в какую-то поездку, в развлекательную, да. А тут это все-таки оздоровительная поездка. Тем детям, наверное, тоже это необходимо. Ладно, мы не об этом. Мы сейчас детей отвели. Наверное, они у меня опять опоздают. Я уж Василисе говорю, Василиса, извинись перед Светланой Владимировной. Нас Егор опять тянет. Ну, мы встали сегодня чуть позже. Но, в принципе, все, девочки все успели и поели, и все. Егор опять сидит в трусах. В общем, мы его опять... Давай, давай, быстрей. От того, что давай быстрее, он еще медленнее это все делает. Вот. И я не скажу, что он это делает нарочно. Нет. Просто у него идет вот такое отторжение, такого поведения. Если мы куда-то быстрее, то он будет делать все наоборот медленно. Со Снежанкой тоже сейчас такое же. Я их из машины. Говорю, давайте быстренько. Оп. А Снежа-то у меня пристегнутая. Я говорю, Снеж, ну ты даже не отстегнулась. Ну как я тебя сейчас буду тут? Давай отстегивайся. И все. И такая же капсула, как у Егора.
Ладно, хоть Егор уже в машине отошел, бодренько в школу побежал, а Снежана почти на ручках. За две руки со мной. Ноги-ноги еле переставляла. В общем, в такую же капсулу впала, как и Егор. В общем, у нас то один, то другой себя так ведет. Вот, показывают чемоданы. Надо, наверное, к кому-то на стрим идти. Кто чего знает про новости Ютуба. Я вчера, как дурак, сидела, смотрела. Канадена этого смотрела. В общем, смысл тот, что Ютуб сам не понимает, как определить детский контент. Вот вы, год, сами определяйте. А если вы не определите правильно, то вас могут наказать денежным штрафом существенным или там в суд на вас подать. В общем, я не знаю. Все так туманно, все так муторно. Новостей у нас пока больше таких крупных нет. Дети у меня сегодня последний день в школе, сегодня пятница. Ролик, наверное, выйдет с опозданием, потому что у нас еще и с интернетом-то тоже. У нас от Ростелекома интернет. И у меня вот последний ролик, который длинный, 18 минут. Он у меня выкладывался 3 дня. Представляете? 3 дня. Он почти уже все готов был загрузить. И тут выходит, что у меня вот не определена категория. Вот эта новинка-то на сегодняшний момент, которую нужно определить. Или не для детей, или для детей. Вот. И мы с Мишей посмотрели, вроде все поняли, надо определять. И куда-то ролик делся, куда-то он исчез. Я не понимаю, где он. Мы по новой загружать. И когда вот этот ролик второй раз уже загрузился, у меня выписывает, что у вас уже есть такой один ролик. Ничего не понимаем, в общем. Что-то с Ютубом не то. Что-то, у кого-то что-то пропало. У меня несколько комментариев пропало. Потому что я их... По уведомлению я их читала, даже отвечала на них по уведомлениям. Вот по колокольчику приходит сбоку, да? Пока я что-то делаю, смотрю другое, например, там, или заказы делаю, или что. У меня вот есть колокольчик, у меня включенный. Я даже отвечала на некоторые комментарии, еще не заходя на ролики. Думаю, я потом зайду на ролики. А на ролики я захожу по комментариям через творческую студию. То есть у меня там все... Кому зашла, тому сердечко ставлю. Кому не зашла, не без сердечка. Поэтому я смотрю, открываю. А у меня нет этих комментариев там. Хотя я знаю, что я на них отвечала. В общем, кто мне что скажет? Расскажите мне. Объясните мне. Лер, давай собираться, наверное. Тебе сколько? 9? 8. А, 8:40 надо. Скажи всем пока-пока. Пока. Пока. Сергей Витальевич уже ждет. Чемодан здесь стоит. Сергей Витальевич чемодан вниз стащил. Спрашивает Леру, как же она там-то? Лер, ну, ты его сможешь в автобус-то? Нет, а поднять ты его сможешь? Я не знаю, кто вам там помогать будет. Мама как-нибудь. Ну, папа, может, дождется сейчас вместе с тобой. А вот там-то, когда приедете, тебе никто не поможет. Единственное, что водитель может чемоданы вынет из автобуса, как и все. Как ручку складывать? Нажимать на ней там нужно. Ну вот. Папа, хочешь, как эту ручку складывать? Вот так, на кнопочку уже, знаешь, Лера? Вот кнопочку специально сделала для умных. Для умных. Для особо одаренных. Сереж, ты там с ней подождешь, да? Автобуса. Он как всегда здесь. Он сегодня с утра уже лапом, он там в ведре. Ведро-то мне не вылили вчера, обувь-то я мыла. А сегодня он с утра там лапами ляпался. Так любит ляпаться в воде. Как только слышит звук смываемого унитаза, он бегом или наверх, или вниз, кто где был. Он туда бегом быстрее. Вода смывается. И вот там ведро у меня не вылили вчера. Мы на улицу его выливаем, чтобы... У нас же канализация-то наша, не это самое, не общественная. Мы ее стараемся не засорять. Если я обувь мою, там много земли, то мы это выливаем на улицу. Мне вчера было лень одеваться. Хотела попросить того, кто у нас на улицу чаще ходит. Забыли. Ладно, Лер. Ты забыл, что ли? Сейчас, Лер, жди. Я тебя поцелую. Поцелую я тебя еще.
Mm-hmm.